15 октября на телеканале ТНТ стартует уникальный проект «Вызов» – шоу, где 12 матерых звезд шоу-бизнеса и 12 молодых звезд из мира науки попробуют понять друг друга и стать напарниками в испытаниях на выносливость и интеллект. Им предстоит не только проверить себя на прочность, но и побороться за главный приз – 10 миллионов рублей. Если с командой шоу-бизнеса все более-менее ясно, ее участников зрители могли видеть не раз на экране своих телевизоров и смартфонов, то с командой умников – нет. Интеллектуалы – люди из другого мира, любящие науку, музыку и литературу. В шоу двое ребят из Татарстана и оба из команды умников. Зарина Шафигуллина, шахматистка из Набережных Челнов, призер чемпионата Европы среди девушек. И Булат Ханов, писатель из Казани, выпускник Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета. Номинант премии Forbes 30 до 30 в категории искусства, а также лауреат множественных премий. Мероприятие разделилось на несколько основных моментов. Перед показом первого выпуска шоу «Вызов» зрителям была представлена возможность познакомиться друг с другом, уделить время фуршету, а также послушать рассказ татарстанских участников о проведенном времени в Карелии. Сейчас там гораздо больше людей. Я радуюсь, что я застал то время, когда это был еще не такой необжитый уголок. А сколько будет еще после шоу? Далее началось то, ради чего все приглашенные зрители собрались в пространстве Маяковский. Эксклюзивный показ первого выпуска шоу. Спойлеров, конечно, не будет, потому что посмотреть его самим обязательно стоит. Во время показа зал практически не умолкал, смех и восторг был слышен от каждого. Больше нет. Вместе с ними в наши обладатели десятков грантов и стипендий. Будущее нашей страны. Я пишу книги, которые для читателей. Я мастер по шахматам. Ну и завершающей частью стала пресс-конференция, на которой представители СМИ и блогеры могли задать интересующие вопросы. В одном из ответов Булат Ханов признался, что как только ему предложили принять участие в кастинге, писатель сразу же согласился, решил рискнуть и попробовать. Вот Зарина сказала, что не ожидала, как будет круто. Я как раз ожидал, но я не знал, как именно. И вообще прекрасный монтаж. Изнутри это ощущается совсем иначе. И события, ну, в общем-то, они долго длятся и так хорошо спрессовано, прямо мое почтение канала ТНТ. Вот я в целом, как вы уже заметили, не самый эмоциональный человек, я догоняю очень поздно какие-то вещи, и на этом шоу сыграла со мной злую шутку. Отметим, что в 2013 году Булат Ханов окончил филологический факультет КФУ, а спустя 3 года защитил кандидатскую диссертацию по теме «Советский дискурс в современной русской прозе». Параллельно он преподавал русский язык и литературу в средней школе и писал рассказы. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюз.